Спартака готовых помочь. Торбинский на Кульчака. Тот поперек поля на Павлюченко. Правее. Совершенно верно играет Роман. Титов никогда издали не бьет. И сейчас не будет. Но передача хорошая на Баженова. И что дальше? Ответный пас. Титов. 1-0. Блистательная атака красно-белых вызывает очередную порцию фаер-шоу на трибунах. Взрыв эмоций. Что на стадионе, что, я думаю, сейчас у телевизора. Ну, ну и наконец-то у Никиты Баженова получилась передача с фланга. Да, если зрять. Бы это прошло в первом тайме, может быть, и раньше. Было у него две попытки в первом тайме, если не три, да? Но на этот раз посмотрите, как мне показалось, эта обработка мяча. Может быть, стоило сделать сразу же передачу в одно касание, но Никита решил... Вот что значит атака Спартака на скорости. Атака в касание. Ну и Титов, конечно, большой мастер. Как он под этот мяч построился. Он не может, может быть, сильно пробить издали. Хлестко, когда ситуация к этому располагает. Но в штрафную площадку из такой передачи сделает конфетку. Уходит с поля Артем Дзюба. Артем Дзюба, совершенно верно. Велит он вместо него под 11-м номером. Вторая